Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выход, и вышли мы сегодня на пляж. Вышли поздно, уже время ближе к обеду, но, сами понимаете, за спиной у меня пасмурная погода, моросит дождь. Вчера просто весь день без передыху лил дождик. И сейчас тоже с утра и до обеда моросит такой дождь неприятный. Вот, ну нам это на руку, тем, что отдыхающих сегодня не будет, и никто нам мешать тоже не будет. Поставила катушку большую, не снайперку, и посмотрим, что большая катушечка сможет выбить именно там, где я проходил снайперкой. Вода, к сожалению, пришла, вот, воспользуемся все равно этим случаем, походим с большой катушкой. Так что смотрим, надеюсь, находки будут. Итак, ребята, сижу я в машине. Замерз, накрылся шерстяным плетом. И хочу сказать, что погода ужасная. Когда я выезжал, было где-то плюс 10, плюс 11. Но гидрокостюм имеет свойство все равно греть. Но там, где замочек, вода все-таки проходит. И если пропустил, прям замерзаешь, прям серьезно. Долго не пробуешь. Прям зуб на зуб не попадает. Ну, пока я греюсь, у меня там находка в скубе лежит на берегу. Находка прям радует тем, что увесистая, тяжеленькая, большая и из цветного металла. Сейчас немножко отогреюсь, чай сейчас глотнул пару глотков, вроде как немножко согрелся. Машина тарабанит, окошко открываю, блин, оттуда прям дубак, я прям замерз, не дай бог заболею. Но все равно я буду продолжать, катушку я свою поменял, потому что начинаю древние находки находить на пляже, и они мне вообще не нужны, эти древности. Все благородные металлы, вся ювелирка находится на поверхности, и я поставил снова снайперку, и в принципе результат себя показал. Накопал кучу монет, ходячки, вот, было даже колечко «Спаси и сохрани», но оно латунное вроде как, и сейчас отогреюсь и вам покажу эту находку, в принципе такая классная, увесистая, прям глаза радуют. Надеюсь, со мной порадуйтесь. Ну, для начала, сначала согреюсь. Так, немного, ребят, согрелся. Дождик у нас по-прежнему моросит. И вон она, смотрите, какая красавица лежит. Ой, все равно выхожу на берег и холодно. Вот смотрите, какая здоровая. Здоровое колечко. Лежит давно, потому что очень темный налет. Ну и по сюжету видно, что советское время, и имеется проба. Две штучки. Вот она, наша красавица. Ну, в принципе, увесистая такая, классная. Ох. Ух, аж камера в руках трясется, блин, замерз. Ладно, ладно. Сейчас здесь мы вот пробили все. Сейчас перейдем в другое туда вот, по берегу. Еще одно есть местечко. Посмотрим. Дождик, как говорится, к серебру. Но это когда по старине ходишь. В воде серебро у меня регулярно. Ладно, сейчас перебегу в другое местечко. Класс, зачет. Палец кверху за такой сюжетик. Итак, ребят, придя домой, я решил взвесить и показать вам именно вес нашего колечка, ну и остальных тоже находок. Имеется у нас проба, кольцо советского времени. Так, zero, обнулили. И посмотрим, сколько у нас вес. Вес данного кольца 5 грамм серебра. Так что неплохо. Ну а сейчас снова возвращаемся в воду. Итак, ребят, переехал я немного, метров, наверное, 500. И из глубины где-то, ну, чуть побольше пузяки, ну, по грудь. Дождь продолжает. И, ребят, смотрите, что. Вот такая вот прям классненько. Не знаю, смогла бы она выпасть или нет. Могла бы. И вот я зацепил вот такую цепочку. Серебряную, классненькую.
классненькую, серебряную. Это я могу сказать 100%, потому что такие я уже подымал. Сейчас я посмотрю, наличие пробы есть, нет. Да, есть, есть, ребята, вот смотрите. На звене имеется проба. Вот она, красавица. Зачетно, зачетно. Вот такая вот. Увесистая, ребят, увесистая. Это мужской серебряный браслет. Плетение, я так понимаю, бисмарк. Вот, так что вот такая вот классная зачетная находочка. Вторая серебряная сегодня. Продолжаем. Замерз, как суслик. Ох, как замерз. Ладно, идем дальше. Ну что, ребят, вторая находка, которую мы нашли из глубин водных, это, конечно, мужской браслет плетения бисмарк. И давайте посмотрим, да? Посмотрим. Посмотрим на вес. Вес у нас получается аж на 11 грамм почти. Ого! Даже у моей рыбки глаза, смотрите, какие большие стали. Ничего. Продолжаем и возвращаемся в глубины. Может, что еще найдется? А? Найдется? Нет? Или да? Ну, посмотрим. Итак, ребята, еще одна находка и еще одна серебрушка. Вон она, красавица, лежит. Вон она. И что это у нас? Сейчас мы достанем с вами и посмотрим. Так. Это у нас серебряная сережка. Как вы видите, имеется проба. Слетела у кого-то с ушка. Цвет серебра, смотрите, приобрел такой благородный цвет, такой, знаете, патины. И оно, значит, там лежит не один год, а несколько. Так что вот такая вот находка. Классная, зачетная. Вот, так что прогуляемся еще, если что выскочит, я вам, конечно же, покажу. Но осталось по времени чуть-чуть. Замерз, руки дрожат. Вот, еще полчасика, и будем собираться. Ну и последняя, ребят, находка. Это у нас серьга серебряная. И давайте посмотрим, сколько серебра имеется по весу. Так, включаем. И смотрим. 1,3 грамма. Да-да. Глазастый. 1,3 грамма. Ну, на этом и все. Давайте общий обзор и попрощаюсь. Итак, ребята, закончил я сегодняшний коп. Получилось как-то вот так вот. Ходячки очень много. Даже была где-то советина. Вот советская копеечка. Из глубины достал. 69-й год. Вот, остальная все ходячка. Ничего интересного, пятачки. Пятачки, интересно то, что тоже с глубины были. Прям, я не знаю, несколько пятаков прям были с глубины. И среди этой мелочевки затесался червончик. Вот он, червончик, приятный, конечно же, пойдет в автомат. Вот, от Шевроле. Багажник. Вот, была еще тачка. Вот такая вот. Бэтмобиль. Возьму ее. У меня сын любит почему-то такие машинки, не знаю. Хоть во второй класс ходит. Колечко. Спаси и сохрани, я вам говорил. Но я вам его не показывал. Вот такое вот. Латунное колечко. По серебру. Очень приятно. Мощное. Огромное кольцо серебряное. Имеется две пробы. Вообще классно. Ну, кольцо сразу видно по дизайну, что советского времени. И патина соответствующая. Дальше. Вот такая вот серьга. Патина, между прочим, темнее, чем у кольца. Значит, сережка у нас лежит в воде куда больше времени. И цепочка мужская, мужской браслетик
тоже пробу я вам показывал, имеется. Вот, но она как бы не особо потемнела. Значит, в прошлом году или в этом году была утрачена на этом пляже. Так что самое тяжелое, это, конечно же, цепь. Потом идет вот такой вот перстень и сережечка. Ну, в принципе, если так вот посмотреть, все такое громоздкое, увесистое. Прям сегодня хороший выход. Подняли вот такие классные тяжелые серебряные находки. Я мусор вам, конечно, не показал, потому что зачем вам показывать всякую гадость? Гадости здесь в изобилии. Приходилось аж 3 раза сумочку чистить. Вот битком была этот карманчик, и этот карманчик был битком мусором. Ну все, сейчас попрощаюсь и скажу пару слов. Итак, ребята, на этом я буду заканчивать свой видеокоп, именно с пляжа. Я переоделся, потому что сил нету, очень сильно замерз. Сижу в машине, отогреваюсь, пью горячий чай, горло першит. В общем, сейчас я вам покажу находки. Находки, в принципе, хорошие, классные тем, что выпало 4 ювелирки. Колечко «Спаси и сохрани», латунь. Вот. А другая ювелирка – все серебро. Ну, что я вам говорить буду? Сейчас я вам покажу. Погода сегодня была, с одной стороны, хорошая, тем, что пасмурно, дождик моросил. Это плюс то, что нас сегодня никто не беспокоил на пляже. Классно, но, блин, нафиг холодно. Даже от воды исходило испарение. Вода теплее, чем на суше. Плюс 11 было, 11-10 градусов, когда я выезжал. Вот, так что у нас по находкам, вам покажу. В отличие от прошлого копа, у нас сегодня без золота. На прошлом копе было золото, 2 колечка. Одно современное с гравировкой SL. Это брендовое кольцо Sunlich Brilliant. Наводил я справочки. Другое кольцо более-менее такое увесистое, с камушком, но советского времени. И это хорошо. Вот, так что вы уж извините, что видео получается коротенькое, тем, что я не люблю показывать находки, которые различные, там, какалики, ходячка, жбонь всякая неинтересная. Вот, так что мне неинтересно, когда я смотрю блогеров, именно подводный коп или пляжный коп, где показывают всякую ерунду. Полчаса выкапывают сигнал, а там какая-то жбонь. Мне это неинтересно, и я считаю, вам тоже это вообще неинтересно, когда копаешь сигнал, а там хреновина какая-то неинтересная. Вот я решил вам только показывать зачетные сигналы. Ну а сейчас что? К находкам. Находки порадовали, приятно. Все крупное серебро, увесистое. Так что коп, я считаю, удался. И видео тем самым тоже удалось. Не скупитесь, ребят, не скупитесь. Пальчик за трудостарание, то, что копаем в такую погоду мерзопакостную. Возможно, мы и заболеем, вот. Но все равно душу отвели, накопали немножко серебра. Так что, ребят, на этом и все. До новых встреч на копе. Пока!